Итак, как создать сайт новичку? С чего начать? Что нужно учесть? На самом деле много нюансов и вопросов. А в этом видео я постараюсь вам объяснить по шагам, что вам нужно, чтобы достичь цели. А это попасть в топ Яндекса или приблизиться к нему, чтобы наравне с вашими конкурентами получать прибыль. Меня зовут Федор Васильев, и давайте рассмотрим шаги. Изначально вы должны поставить себе цель, зачем вам сайт. Вы продаете что-то, или собираете какую-то подписную базу, или у вас есть какая-то другая цель. В любом случае, скорее всего, у вашей темы будут конкуренты, которые давно уже заняли сладкие позиции Яндекса топ-10, которые давно уже существуют в интернете, и с ними тяжело будет конкурировать. Допустим, вы уже определились, зачем вам сайт. Теперь стоит вопрос, как сделать вам сайт. Что для этого нужно? Представим наш путь до успеха в виде лестницы. На последней ступеньке это топ-10 Яндекса. На ней красуются уже давно сайты вашей конкуренты по вашей теме. То есть это сайты конкуренты. Это ихний трафик. То есть это те люди, которые уже давно знают об этих сайтах, заходят на эти сайты, и часть из них совершает какие-то покупки, производит оплату и приносит тем самым прибыль для этих сайтов. Нам нужно проделать путь от первой ступеньки вот до этой ступеньки, или хотя бы приблизиться к ней. Но у нас пока ничего нет, у нас нет даже сайта. Нам нужно сделать сайт. Сайт мы можем сделать без написания единой строчки кода. Есть специальные движки. Возьмем за основу движок Joomla. Но этого нам мало. Нам нужно улучшить этот инструмент, чтобы нам было удобнее работать и чтобы сайт был красивый, презентабельный и удобный. Для этого мы возьмем инструменты компании JoomShaper, возьмем шаблон Helix Ultimate и компонент SP Page Builder, установим и настроим это все в наш движок Joomla. Допустим, наш сайт готов. Как же нам подняться по этой ступеньке? Как нам приблизиться к Яндексу, а именно к Яндексу топ-10, чтобы начать зарабатывать в интернете или какая там у нас цель? Есть несколько путей. Если у нас с вами лендинг пейдж, и нам нужны быстрые продажи, тогда, конечно, нам подойдет платная реклама от Яндекс Директ. Тогда нам не придется карабкаться по этой лестнице, и путь будет быстрый. Но нам нужен опыт в создании рекламной кампании Яндекс Директ, или нужно нанимать наемных сотрудников. Это недешево. Потом нам нужно еще платить за рекламу, платить Яндексу. Это еще дороже. Есть и бесплатный способ, но он медленный и тернистый. Например, у нас сайт блог или сайт визитка. Ну, на сайте визитки мы тоже можем вести блог. Мы можем продвигаться статьями, но статьи нужно уметь писать. И что нам может помочь продвинуться по этой лестнице? И что нам может в то же самое время мешать? Итак, нам могут помешать хакеры, могут взломать сайт, и наш сайт перестанет работать. Мы с этим разберемся. Мы сделаем сайт таким образом, чтобы его было взломать очень тяжело. Наш сайт должен быстро грузиться. Это может повлиять на выдачу в Яндексе и в Гугле. Таким образом, мы немножко продвинемся по ступенькам. Наш сайт должен быть SEO-оптимизирован. Мы это тоже с вами делаем. Таким образом, мы продвигаемся по ступенькам еще выше. Нам нужно регулярно писать качественные, интересные статьи, как в текстовом, так и в видеоформате, и продвигать наш сайт статьями. Мы можем просто написать статью, а можем узнать, что хотят наши потенциальные клиенты. Для этого мы с вами составим семантическое ядро. Благодаря семантическому ядру мы можем писать статьи в блог более правильно. Таким образом, мы быстрее будем попадать на глаза потенциальным клиентам. И таким образом, мы гораздо быстрее можем продвинуться к топу Яндекса. Мы с вами хорошо поработали. Прошло время. Мы писали статьи, продвигаясь потихоньку шаг за шагом к топу Яндекса. Приближившись к топу Яндекса, часть трафика отваливается к нам. И потихоньку у нас появляются подписчики, наши фанаты. И тем, чем мы занимаемся, к чему мы стремились, у нас
получается. Наш сайт нам будет так или иначе приносить прибыль. Будь это интернет-магазин, продажа каких-то одиночных товаров, обучающие какие-то продажные материалы и так далее. То, что я вам в этом видео рассказал, это только верхушка айсберга. Все эти шаги я подробно изложил в своем новом видеокурсе для новичков. На этой странице вы можете ознакомиться с краткой информацией моего нового видеокурса, который будет запущен в конце этого лета. Поторопитесь, сделайте предзаказ, оставьте свой email, и я с вами свяжусь, как только курс будет запущен. Все, кто успеет сделать предзаказ, получат весомую скидку на данный видеокурс. Перед запуском видеокурса будет готова страница-презентация с более полной информацией обо всем, что я рассказал в этом видео, и не только. После прохождения данного видеокурса вы станете настоящим профи в создании сайтов, сможете зарабатывать на своем будущем сайте, а возможно даже делать сайты на заказ. Все в ваших руках, я даю вам лишь инструмент. В моем видеокурсе будет все собрано воедино, вам не нужно будет метаться в поисках информации по интернету, выдергивая кусок за куском с разных источников. Все в доступном формате, все удобно и понятно изложено, с хорошим аудиосопровождением, с пошаговой видеоинструкцией, с нуля до профи. Все ссылки в описании, ребят, вот здесь. А вот здесь вот лайк, подписка. До новых видео, друзья!